«Борьба – это мой образ жизни», признается Роман Куреев. В копилке свыше 20 наград различного достоинства. Первый юношеский разряд и не один диплом. Выступает спортсмен весовой категории 60 килограммов. На бобруйском ковре у парня уже есть победы. Первым на лопатке ложится представитель Минска. Эту схватку была достаточно тяжелая для меня. В прошлом году я проигрывал на ОДМ счетом 5-2. В этой схватке я более хорошо подготовился. Вышел и боролся более уверенно с ним. Турнир памяти генерал-майора Бахарова в этом году отмечает 42-й год рождения. В эти дни за медали борются порядка 200 спортсменов от 12 до 17 лет со всех регионов Беларуси. Плюс организаторы добавили еще 5 весовых категорий. Борьба очень упорная. На кону чемпионский кубок. Не ожидали, конечно, сами, что будет такая явка хорошая. Участники довольно-таки все титулованные, сильные, все практически кандидаты мастера спорта борются. Поэтому очень интересные схватки, сильные. Ведь у всех одна задача – уложить соперника на ковер. Согласно международным правилам греко-римской борьбы, запрещается использовать ноги, проводить подсечки или подножки и выполнять захват руками. Два периода, каждый по 120 секунд, плюс перерыв полминуты – формат схваток. А вот главная отличительная особенность греко-римского стиля – борцы ведут бой исключительно верхней частью тела. Победители определят в 10 весовых категориях. Каждый получит кубок и звание кандидат в мастера спорта. За второе и третье места подготовлены медали. Ну а финальные схватки пройдут уже завтра. В детско-юношеской спортивной школе номер 4. Адрес: улица Ульяновская, 35/31. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.